Всем приветик! Приятно, что зашли на мой канал. Это у нас покупки траты на крыс за декабрь. Там листочек. Значит, поход к кротологу Миши зубы подрезать 540 рублей. Для старших, значит, мы будем делать уколы, потому что таблетки уже плохо помогают. Вот у нас лекарствочка. Где тут название? Ну, в общем, вот он. Так, за него я отдала 188 рублей. Вот за две баночки. И шприцы. Здесь 20 штук. Получается 475 рублей. Так, мы сейчас были у врача, у кардиолога. Листочек. Дай покажу. Листочку побрили подмышки. Вот. Листик. Ну, дай покажу. Вот. Листочку посмотрели. Все. Сердечко. Кексику тоже посмотрели. Вот кексик. Кексику побрили только одну подмышку. Молодцы, мои хорошие. Идите домойки. Отдыхайте. Так, ну это вот результаты нашего обследования. У нас все нормально. Еще я купила вот такие витамины для иммунитета. Попробовать. Не пробовала ни разу. Так, и вот столько мы отдали. Так, еще шприцы 432 рубля. И наполнитель в этот раз дело маленький, потому что большого белого не было. 524 рубля. Так, мы, значит, подрезали Мише зубки. Миша всегда плохо переносит. Поэтому нам еще дали вот лекарство. Это Милоксивет. По-моему, это обезболивающее, если я не ошибаюсь. Подрезали в другой клинике, не в нашей. Вот лекарство и зубки у нас обошлось 1600. Так, и флуимуцил, это для листочка, для ингаляций, стоит он 990, он у меня хрюкает уже давно, пока вот делаем ингаляции с флуимуцилом, вроде ничего. Так, Мишуля, значит, мы постригли сегодня зубки опять 540 рублей, здесь у меня подарочки к Новому году, сейчас будем открывать, смотреть, что там. Так, это у меня подарочек для Миши. Это такой должен быть домик. Так, сейчас я с ним, Мишенька, дай справлюсь. Вот такой вот домик. Так, как с ним разобраться? Вот. Мишуль. Так, тут еще вот к нему крепления какие-то есть. Стоил он, кстати, я тут где-то писала. Так, где там моя бумажечка? Так, 674 рубля вот он стоил. И вот такие вот к нему крепления. Цепочки и карабинчики. Миш, смотри, это тебе домик. Мишуль, это твой. Это тебе с Новым годом подарочек, заходи. Ну так вот он достаточно плотный сверху, а внутри махрушечка такая, чтобы тепленько было. Мишенька, нравится, Мишуль? Это тебе домик. Такой можно подвешивать. Вот такая штучка есть. Ну, прикольный такой. Конечно, сейчас я его выверну. Так, внутри, конечно, так себе. Всякие эти штуки. Нитки торчат кругом. Ну, в принципе, нормально все равно. Ну, хотя Мишка не грызет. Я думаю, он не грызет. А кто грызучие крысы, они начнутся то все грызть. Надо будет подрезать, это все торчит. Миш, выходи. Так. Ну, а так он, в принципе, неплохо красивенький такой. Это я хочу за место вот деревянного. Его надо помыть. И вот этот вот поставить, чтобы он не мерз. Так, это медведику. Так, а это у меня старшим. Сейчас буду открывать. Так, стоил он 664 рубля. И мне кажется, он такой огроменный. Во, вход. Ого, прям такой. Я, конечно, думала, будет поменьше, то, что я хотела это поставить в клетку. Так. Но этот хорошо, он прошит хорошо. Но не махрушечка, сверху махрушечка. И подушечка еще туда. Подушечка. Одной рукой не очень удобно это все делать. Дело. Но это вообще домик для кошек.
для маленьких собак. Ну, как у меня крысы большие, я думаю, им будет как раз хорошо. Только куда я его буду ставить, интересно. Ладно, что-нибудь придумаю. А так такой, конечно, прикольный. Ссылочки, кому интересно, оставлю в описании. Такой вот дом. Миша, потом подарю своим рыбкам. Миш, иди-ка сюда, Миш. Не хочет он ко мне идти. Я вот так вот можно сделать. И тут они будут спать, и сверху можно спать. И если будет такой лепешечкой, вполне возможно, он не влезет в клетку. Так, а это у меня подарочек для Шаи. Так, тоже заказывала на Wildberries. Это контейнер для корма. Так, ну я его сейчас, наверное, открывать не буду, потому что мне он пока еще нужен, запакованный. Ну, пришел вот просто в этой штуке. Вроде там ничего нигде не побито. На 8 литров. Еще ручка есть. Вот такой вот. И удивительная кошка нарисована. Так, ну пока не ставила, просто вот кексика пустила, подарила им, чтобы они знали, что у них есть подарочек. Но кексику прям понравился, он прям заинтересовался. Листочек не так. Листочек посидел, понюхал и ушел. Потом буду делать генеральную уборочку и поставлю домики. Да, кексуль? Ну, а листочек пошел. Как раз, ну, там вдвоем, там как раз место. Ну-ка, если приплюснуть, нормально. Да, кексуль? Теперь не пролезешь, иди.